Ребята, всем привет! Вы на канале 53-й регион. Сегодня поговорим про такой металл, как техническое серебро. Вот он находится, напаян на таких вот бронзовых контактах. Короче, у меня есть знакомый, у которого имеется металлоприемка. И как-то я увидел, что он занимается вот отковыриванием вот этих вот напаек. Ну, узнал, что к чему. Короче, килограмм вот таких напаек стоит 20 тысяч рублей. Это техническое серебро. Вот эти контакты с напайками имеются в советских пускателях, автоматах и подобных силовых агрегатах, где нужно хороший контакт для включения или переключения, там, смотря для чего предназначен. Вот, собственно, маленько наковырял с разных агрегатов. Вот они, эти квадратики все. Это техническое серебро. Вот здесь тоже есть. Также вот от других вот такая напайка. Вот тут. Вот здесь поменьше тоже есть. Вот здесь есть. В общем, он отрывал пассатижами, кусачками. Но как-то оно не особо отрывается, оно держится очень хорошо. Сейчас покажу, как надо при помощи газа такого для горелок и горелкой. Можно такой. У меня две. Я буду вот такой. Эта горелка уже давно куплена, но она как-то не очень работает. Вот купил новую на Али за 350 рублей. Работает идеально. В общем, подсоединяем горелку. Баллону берем поднос вот такой. Все же температура большая нагрева. В общем, берем контакт и пробуем греть горелкой газовой. Наконец-то. Вот как видите, вот этот контактик и есть техническое серебро. Конечно, маленький, скажете, очень долго. А, бля, пассатижи горячие. Очень долго собирать килограмм, но все же. Сейчас покажу, сколько у меня уже накопилось. Вот я тут насобирал от разных контактов. Есть даже вот такие огромные. В общем, вот они всякие. Они держатся очень крепко. Это припайка за счет электропроводимости, как-то так оно. В общем, грамм 100 уже есть. Килограмм будет очень мало по
объему, а по весу они весят прилично. Вот такие самые большие у меня, как я уже говорил. Есть вот такие вот всякие. В общем, вот такие штуки. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алексей. Увидимся в следующих видео.